Просыпайся, Хакасия. Эфир канала «Россия-1» продолжает региональное вещание. Вы смотрите «Вести утро». Я Виктор Буров. Сегодня понедельник, а это значит, пришло время полезных новостей. Итак, «Вести Хакасия» теперь выходит по всей республике в цифровом формате. Что такое цифровое телевидение, как к нему подключиться и какие необычные возможности новый формат дает телезрителю, об этом уже через минуту. А пока обзор главных новостей из жизни республики. В Хакасии в эти дни проходят масштабные антитеррористические учения. В связи с этим в ближайшее время возможно продвижение по улицам колонн военной техники. Власти республики просят жителей соблюдать спокойствие. С начала текущего года средствами маткапитала в Хакасии распорядилось 3294 семьи. Сумма выплат составила 1 000 000 000 рублей. Каждая вторая семья деньги направила на погашение ипотечного кредита. Всего же с начала действия программы сертификаты получили 37 тысяч семей. В Абакане заработало мобильное приложение «Умный транспорт». В нем можно узнать, какие троллейбусы, через какое время и по какому маршруту прибудут на выбранную остановку. А на сайте «Буз-19» в режиме онлайн можно увидеть движение всех троллейбусов по городу. Это «Вести утро» в новом формате, и сегодня мы с радостью можем сказать, нас действительно смотрит вся Хакасия, причем в цифровом качестве. Теперь о главных новостях республики смогут узнавать и жители 50 населенных пунктов, где вообще никогда не было местного телевещания. Если кто-то из вас еще не смотрит цифровые каналы, мы расскажем, как на них перейти, ведь это очень просто, для большинства зрителей еще и бесплатно. Итак, если у вас современная модель телевизора, то цифровое телевидение для вас абсолютно бесплатно. Не нужно даже покупать специальный приемник. Чтобы смотреть эфир в суперкачестве, достаточно лишь в настройках выбрать цифровые каналы. Телевизор должен быть подключен к обычной комнатной или уличной антенне. Девушка из Абакана стала финалисткой конкурса красоты «Мисс Интеграция». Он проходит в Новосибирске. Но и обладатели стареньких телевизоров теперь тоже могут почувствовать себя современными пользователями. Нужно лишь приобрести цифровой ресивер. Стоит такой около 1000 рублей. Кроме просмотра канала в цифровом качестве, прибор дает массу других возможностей. К примеру, понравившуюся передачу или фильм можно записать. Данные приемники дают возможность, они имеют все приемники, даже самые бюджетные, да, они дают возможность просматривать USB, то есть имеют порт USB, просматривать через USB как фотографии, картинки, прослушивать музыку и также смотреть видеофильмы. Цифровое телевидение сейчас – это 10 бесплатных каналов, так называемый первый мультиплекс. С него входит «Россия-1» и «Россия-24» со всеми региональными врезками. Наша гостелерадиокомпания – единственная, кто на сегодняшний день имеет доступ в каждый дом, в каждом населенном пункте республики. Программа «Вести Хакасия» рассказывает о главных событиях дня. Кстати, стать нашим нештатным корреспондентом может любой, даже в самом отдаленном уголке. Для этого мы открыли рубрику «Мобильный репортер». Это видео прислал мой друг. Увидел этого забавного пловца, когда сам ехал на рыбалку в конце августа. ГТРК «Хакасия» – старейшая в республике телекомпания. Возраст более полувека. Наш видеоархив позволил создать проект «Узнай себя». В нем возможны невероятные встречи с самим собой спустя десятилетия. Невероятно увлекателен цикл передач «Хакасия в годы войны». Он о том, что ели, чем лечились и как выживали в тяжелые времена наши земляки. И, наконец, наша рубрика «Праздничная дата», в рамках которой есть возможность поздравить своих близких с любым важным событием. Вся информация о наших проектах на сайте «Вести Хакасия». .рф. ГТРК «Хакасия», мы работаем для вас. Ну и надеемся на обратную связь. Сообщайте нам свои новости по телефону 22 72 82. На сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся ровно через неделю. Завтра в это же время смотрите «Стильное утро» с Натальей Чудиной. Она расскажет о том, как одеваться ярко и модно дождливой холодной осенью. Сегодня, 25 сентября, по республике пасмурно, дожди, ветер западный 2-4 метра в секунду, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 2-7 градусов. В Абакане пасмурно, возможен дождь, ветер западный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 4-6 градусов. Давление 750 миллиметров ртутного столба. Изменится мало.